Так, Антон, скажи, пожалуйста, какая история группы? С чего вы начинали? Ну, мы собрались очень давно. В году, наверное, в 2007 начали пробовать играть панк-рок втроем. Три друга в Прохоровке, в поселке городского типа, начали играть панк-рок. Со временем, как школу закончили, пошли учиться в Белгород. Вот, и где-то с 2010 года группа начала расти. И уже начали играть конкретно скапанк. Всем, ну, понравилась такая музыка, решили остановиться на этом стиле. И вот с тех пор группа только растет, развивается, приумножается. Так, а именно о направлении скайпанк можешь что-то рассказать? Ну, панк-рок вообще идеология такой свободы, вечного детства. Поэтому мы никогда не задумывались, то, что мы будем играть что-то другое. Металл точно никогда играть не будем. Вот. Или там попсу какую-нибудь. В основном, ну, не знаю, жизнь по панку, и поэтому музыка по панку. Как-то все с детства пошло. А у тебя? Понятно. Так, а именно участники группы можешь назвать фамильно? Ну, получается, вот, Славик у нас играет где-то года с 2008-го, он играет на трубе у нас. Потом у нас пришла саксофонистка Виктория, она у нас играет года с 2009-2010-го. Вот, и в этом году мы поменяли нашу ритм-секцию, у нас появился новый барабанщик Николай, вот, и уже где-то, ну, больше года с нами играет Евгений. Состав все равно немножко менялся, потому что все равно жизнь заставляет делать что-то. То есть, можно еще сказать, вы именно альтернативный панк играете, да? Мы играем про жизнь, наверное, скорее всего. Нет, ну, я имею в виду, вы против консерватизма, да? Такого. Я не знаю, мы в своих песнях не высказываем никаких протестов, не против чего. Мы, наоборот, за что-то, за любовь. Ну, ясно, ясно, понятно. То есть любовь может быть с разным вещам. Любовь может быть к человеку. Даже к алкоголю это тоже любовь. Ну, понятно. Так, а именно почему вас привлек Гагарин бар? Когда мы выступали на Open Air в прошлом году, Робинзон Фест был, вот мне подошел человек, дал мне визитку, сказал, что будет очень рад, если мы сыграем в этом, ну, в Гагарин баре, было написано визитки. Мы долго думали, собирались с мыслями, и вот где-то через год мы решили сыграть здесь. А к Гагарину как относитесь? Юрию Алексеевичу, ну, сугубо, да, положительно. Правильно. Потому что он наш человек. Значит, первый человек в космосе, да? Да, он первый человек в космосе. Мы первая СК-группа, которая играет в Белгороде. Мы все первые собрались в Гагарине. Все неспроста. Всех сводит. Понятно. Космос всех собрал в одном месте. Ясно, понял. Так, все, наверное, на первое время именно достаточно. Все, спасибо. Перспективы? Нет, я имею в виду, какие перспективы, ладно. Да, у нас одна перспектива, наконец-то дописать второй альбом и научиться попадать в ноты. Вот, это наша вообще первейшая перспектива. Вот, а так вообще очень хочется сегодня продать немного футболок, значков, чтобы люди начинали ходить в этом бренде стоп-крановском, приобщаться к культуре скапанка и развивать это направление вместе с нами. Ясно. Спасибо за интервью. Всегда, пожалуйста. Надеюсь, еще потом вы дадите, да? Конечно. Всегда готовы. Все, до свидания.